Инвалиды и ветераны, имеющие право на единовременную денежную выплату на покупку жилья, смогут объединить полученные сертификаты, чтобы приобрести жилое помещение совместно. Соответствующее постановление было принято на заседании городского правительства в четверг. У нас есть такой случай в Севастополе, когда семья инвалидов получила сертификат единовременной денежной выплаты. Это инвалид по зрению, который, да, вот эта история? Да, что составляет 1 151 000 рублей. Ну, на эти деньги невозможно приобрести одно жилое помещение. Так как семья теперь сейчас позволит объединить данные сертификаты и приобрести уже полноценное жилое помещение для нужд семьи. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев назвал существующую ситуацию абсурдной и поручил своему заместителю Александру Кулагину оказать юридическую поддержку упомянутой семье при покупке жилья.